Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Сегодня у нас очередной агрогороскоп, и он посвящен заготовкам на зиму в сентябре 2022 года. Напоминаю, время киевское. Вот эти периоды для заготовок на зиму, это имеется в виду переработка продукции, консервация, сушка, заморозка, а также благоприятное время – вот это время заготовок для закладки на хранение любой продукции, которая будет храниться зимой и использоваться зимой. Итак, начнем. Первое и второе сентября будут выходными в плане того, что нельзя не собирать для того, чтобы хранить урожай, а также нельзя заниматься переработкой продукции. К сожалению, быстро очень портятся продукты, и просто даром ваш труд сгорит. Ну и что делать, если вдруг огурцы, снова же у кого-то там огурцы, заранее собирайте или позже. А если в эти дни, подарите, пожалуйста, свои огурцы друзьям, знакомым, соседям, поделитесь тоже с ними. И очень хорошо, пусть питаются в это время, сами едите. Но если есть заранее агрогороскоп, можно все спланировать заранее, как и делаем мы. Смотрите дальше, Стрелец. Вообще-то очень большой период, видите, до конца этой строчки. То есть 3-го, 4-го в Стрельце, 5-го и 6-го в Козероге, а также 7-го и 8-го – это у нас время очень хорошее и для консервации, и для сушки, и для заморозки, а также для закладки на хранение сельхозпродукции. Так что вот используйте очень довольно-таки длительный период. 6 суток. А вот дальше очень внимательны, пожалуйста, будьте, потому что 9-го, 10-го, а также 11-го, желательно до 12-13 часов дня, лучше 13 часов, вот когда уже энергии Овна будут полностью 11-го числа работать, тогда уже после обеда можно заниматься заготовками. А вот 9-е, 10-е и 11-го до 13-ти постарайтесь не делать никаких заготовок. Не сушите, не замораживайте, не закладывайте на хранение. Потому что консервация тоже ваша просто может рвануть, испортиться. Ну, вот такое время. Ну, снова же дальше у нас очень хороший период. Уже 11-го после обеда, 12-го в Овне. Затем 13-го, 14-го, 15-го в Тельце, 16-го. И 17-го, вот эти дни, замечательные дни для того, чтобы заниматься всеми видами заготовок. И консервируем, и сушим, и замораживаем, и закладываем на хранение уже готовую сельхозпродукцию. Далее будет очень неприятный период в плане того, что если делаешь заготовки, они портятся очень быстро. Это будет 18-го, 19-го и 20-е. Сентября в Раке будет находиться Луна, а это значит много воды и будет гнить продукция, будет быстро портиться. Поэтому эти дни пропускаем. Далее у нас 2 дня будут рабочих. Лев нам позволяет и дает возможность 21-22 заниматься консервацией, сушкой, заморозкой и закладкой на хранение продуктов. Потом снова вот этот знак. Я столько раз проводила эксперименты каждый год, Играюсь. И вот, пожалуйста, вот смотрите, я 23-е, казалось бы, дева, с 10 часов 55 минут. Но я советую вот эти сутки, с начала суток, не заниматься заготовками. Вот все равно за 3 часа до перехода в деву сделала консервацию в этом году. У меня каждый год эксперименты. И банка месяц выдержала и рванула. Естественно, ну вот такой знак дева, казалось бы, знак стихии земли, но дева не любит, вот, чтобы заниматься консервацией, дева любит красоту. Поэтому 23-го, 24-го и 25-го еще нельзя заниматься заготовками на зиму, иначе вы их потеряете. Зато потом уже вот 2 дня снова же будут очень хорошие, 26-го, 27-го в весах. Консервируйте, сушите, замораживайте и закладывайте на хранение свою продукцию. Даже если вы
Постарайтесь в весах 27-го вечером, поздно вечером, обязательно и уже готовую продукцию заложите на хранение. Не переносите на другой день. Потому что вот, смотрите, уже 28-го, 29-го энергии воды, очень много воды в воздухе. И тянет вот эта продукция, если ее оставить влагу, а затем портится продукт. Поэтому 28-29 никаких заготовок и закладки на хранение. Ну и завершится месяц у нас 30-го в Стрельце. А это очень хорошее время для того, чтобы и сушить, и консервировать, замораживать любую сельскохозяйственную продукцию. Все, что вы решили заготовить. Здесь имеется в виду у нас и заготовки не только овощи, фрукты, ягоды, но и многие спрашивают о переработке сельхозпродукции, имеется в виду животную, птицу, мясо, рыба. Пожалуйста, тоже вот этот агрогороскоп заготовок на зиму тоже подходит для этих заготовок. А теперь остается сделать скрин. Тем временем мы, авторы канала Раиса Гриченко и Александр Волик, желаем вам всем здравия, желаем вам хорошей, благодатной погоды, чтобы вы смогли собрать урожай, который вырастили, переработать и заложить на хранение. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!